общем, проходили мы Полтаву. Это видеоблог. Это видеоблог. Участники Кульбабка Тим. Кульбабка Тим. И наш день только начинается. Да. Кушали здесь, кстати, очень вкусно кормят, поэтому да. Полтавская академия, ну, вступайте, если что, там ссылочку оставлю в описании. Здесь очень интересно. Зачем врать? Зачем врать? Не, вставай, тебе будет классно. Ну, ты готовлять ужасно. Давай скажем правду, я не хочу врать твоим стилизм. Ты знаешь, что мне сейвы будет? Кормят ужасно, просто бульон и яйцо у него, все, хватит. Нет, водичка, водичка, нет, не бульон. Не бульон, а водичка. Там плава кусочек говядинка и яичко. Порезанное яичко. Сюда наносят. И холодное. Я, кстати, надеюсь, что мне действительно будет чуть на нас. В общем, еда ужасная. Так, сейчас будут разглашаться результаты. Надеемся, мы победим. Нет. Команда из Сумської області, яка зайняла друге місце, має назву Кульбабки. Пошумім! Вот так и закончился наш сегодняшний день. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Димы и Жени. Спасибо за просмотр и всем пока.